США нанесли авиаудар в Сирии по объектам, которые, по данным Пентагона, используют проиранские силы. Сообщается, что приказ об атаке отдал лично президент Джо Байден. В Вашингтоне заявили, что авиаудар стал ответом на недавние атаки на американские войска в Ираке. Бомбежки были согласованы с партнерами по так называемой международной коалиции, подчеркнули в военном ведомстве США. В результате авиаудара уничтожено несколько зданий на границе, которые, как утверждают штаты, использовали группировки, поддерживаемые Ираном. Ни Дамаск, ни Тегеран произошедшее пока не комментируют.